Сегодня мы находимся Виталенко, заведется? На базе отдыха «Лесная поляна» в Кременной. Здесь проходит очередной осенний слет байкеров. Только по очереди, не все сразу. Осенний барашек. Чтобы услышать звук работы двигателя, перескрип шестерен, запах бензина. Саня, вы выступаете или нет? Проводит этот фестиваль. Давай. Наш хороший друг Виталик, кличка итальянец его. Бух. Вот он заводит свой ИЖ-49. Так он еще все Ямахи переездит. Смотри, подножка как борозду пропахал. Ну и 49 ни с кем не спутать, потому что я на нем когда-то въезжал в речку. Бип-бип. Да, звук развился. Кузьма, 4 такта есть, 4 такта все-таки. Было 2 рок-группы, участвовали. Где мне еще один бардачок с Панонией взять? Вот это был. У тебя есть? Нифига себе, я потом с тобой поговорю. Ретро-мотоцикл. Мы договоримся. Выставка. Ну, ребята, теперь остался Минск и ГИО. Конец июля. Еще сейчас будет очередная выступать. Ребята уже садятся за инструменты. Ребятки, осталось у нас выступление трех банд. Это рок-н-ролл. Турбаза «Лесная поляна» находится в лесу. А не динамика телефона. Уже второй день проходит съезд. Много байкеров разъезжалось. Есть вот такие ретро-мотоциклы. Иж-планета 5. Иж-планета спорт. Давно уже не видел такого. Есть и более серьезные аппараты, готовят плов, мясо жарят, есть чай. Фестиваль 3 дня проходит. Много переделанной ретро-техники. Такой у нас сегодня обзор. Еще раз повторюсь, проводит его Виталик, осенний барашек, кличка итальянец. Он сам с Кременного. Большое спасибо за то, что смотрите. Всем спасибо.